Администрация Исламского городского поселения уже традиционно проводит и начинает с октября месяца объявлять очередные конкурсы, направленные на повышение активности молодежи, на поддержку ее творческого потенциала, на выявление тех проблем, которые молодежь видит в социальной сфере нашего города и которые она готова была бы решать. И для этого мы объявляем конкурс социальных проектов молодежной инициативы, который направлен на развитие волонтерства, добровольчества среди молодежи, на какие-то интересные, выявление каких-то интересных социальных проектов, которые сможет предложить молодежь нашему городу для решения каких-то проблем. В этом году этот конкурс социальных проектов объявляется с 22 октября. Прием заявок будет проводиться до ноября. Подведение итогов будет в декабре. Награждение победителей на нашем очередном традиционном конкурсе «Девушка мечта». Конкурс социальных проектов направлен не только на выявление инициатив молодежи, но и на обучение ее социальному проектированию, что очень важно в дальнейшем для того, чтобы молодые люди нашего города смогли понимать, каким образом можно решать те или иные проблемы. Среди номинаций конкурса это волонтерство, развитие волонтерства, это благоустройство, озеленение города, это пропаганда здорового образа жизни, выявление и внедрение каких-то новых интересных форм работы, направленной на занятость и на организацию досуга молодежи. С положением о конкурсе можно будет ознакомиться, взять его в нашем отделе, и также оно размещено уже на сайте Сланцевской городской администрации. Другой конкурс, который уже стал интересен и популярен для нашей молодежи, это конкурс «Девушка мечта 2012». Как всегда, мы приглашаем к участию в этом конкурсе молодых, позитивных, креативных девушек нашего города в возрасте от 14 до 21 года. Среди номинаций, которые будут оцениваться в этом конкурсе, это визитная карточка, соответственно, умение девушки рассказать о себе, рассказать о том, какой она видит себя и свой город. Интересная номинация нынче – это «Герой нашего времени», где мы девушкам предлагаем рассказать о наших современниках, ланцевчанах, которые с точки зрения девушки являются героями в этой нашей повседневной обыденной жизни. Ну и другие интересные конкурсы с положением также можно будет ознакомиться на сайте Сланцевской городской администрации и взять положение в нашем отделе. Мы надеемся, что эти два конкурса, которые, в общем-то, уже не первый год проводятся и вызывают большой интерес среди молодежи, будут нынче также интересны. Жалко только, что в связи с ремонтом городского дома культуры сам конкурс «Девушка мечта» у нас будет проходить в театре «Бумс».